Что ж, 32 дня и здравствуй, здравствуй, Новый год. До праздников рукой подать. Как оставить память о них? А память — это всегда только про хорошее фото. У нас в гостях сегодня креативный директор компании «Три зайца» Евгений Красноук. Доброе утро. Здравствуйте. О фото и будем говорить. Чем занимается ваша компания? Наша компания занимается в первую очередь тем, что мы оставляем людям воспоминания о их празднике. Начнем с фотобудок, потому что последние несколько лет у всех белорусов это просто, не знаю, рвет и корпоративы, и частные праздники, и общественные мероприятия. Что это такое? Подробнее. Фотобудки, это будка, к которой вы подходите, делаете фотографию и забираете ее с собой на память. Моментально, да. Все верно. Рассказывайте дальше, чем еще занимаетесь? Про вот эти вот блокнотики, про мультики? Мы занимаемся тем, что оставляем людям на память после праздника воспоминаний. Вот, мы занимаемся фотобудками, занимаемся флипбуками. Если вы в школе на тетрадке на полях рисовали картинки и листали их потом, вот это приблизительно то же самое. Mm-hmm. Мы снимаем видео, из него делаем 60 фотографий и собираем такую книжечку. Пролистываем и получается... И потом, когда тебе все надоело, ты просто сидишь так и успокаиваешься. Да, да. Вспоминаешь. То, что сегодня у нас происходит в студии за спиной, вот эта мозаика. Я на самом деле думала, что в Беларуси этого не делают. Почему-то я решила, что это делают заграничные, современные фотохудожники. Оказывается, можно. Да, мы начали делать вот в этом году, не так давно, такую мозаику из фотографий гостей мероприятия. Да? То есть каждый может запостить фотографию в Инстаграм, либо сфотографироваться у фотографа на фотобудке. Его фотография попадает вот в такое панно, из которого собирается какая-то картина. Мы фактически рисуем вот... фотографиями. А портрет человека можно таким образом собрать и нарисовать? Да, можно собрать, в принципе, любую картинку. А белорусы заказывают такие вещи? Например, свой собственный портрет из множества, из тысячи твоих собственных фотографий? Личный вопрос, да, какой-то получается? Ну, извиняюсь. Вы можете стать первой. О, здорово. Пока что у нас это в основном корпоративные мероприятия, где вот люди совместно собирают что-то. Ну вот здесь, я так понимаю, это же ведь наш логотип-то. Да, и фотографии собраны из Инстаграма по хэштегу НТСКРИ. Еще у нас есть большая селфи-палка, она может быть длиной 6 метров, да, и люди очень рады ее видеть. И... У меня такая тоже есть, я на рыбалку с ней периодически хожу. Вот, у нас такая селфи-палка, с которой фотографируются люди. Еще мы устанавливаем инстапринтеры. У нас есть установка Bullet Time. Она из 30 камер может быть из 15, может из 48. И мы создаем эффект, как в фильме «Матрица», вот этот вот облет, да, его тоже хорошо увидеть. Вот, ну, вот такие штуки на мероприятиях. Спасибо, Женя, большое. До новых встреч. В следующий раз я уже буду у вас в офисе, потому что я закажу свой портрет. У нас в гостях был креативный директор компании «Три зайца» Евгений Красноук.